получении муниципального жилья с детьми, оставшимися без попечения родителей. И застройщик, передавая жилье, подписывает акт приемопередачи на сантехнику и прибор учета. И вот какая удивительная штука, что подписав акт приемопередачи, сирота вынужден ехать снова в Минстрой получить паспорт на тот самый прибор учета. С тем, чтобы поставить, закрыть свой счет. И до этого момента, конечно же, все отчисления за коммунальные услуги идут по нормативу. И вот столкнулся я с тем, что сирота физически не может проехать, а в Минстрой позвонить тяжело. Я бы очень хотела, чтобы Леонид Викторович, возможно, у них было там совместно Сергей Ильич, Горосевым, обратились в Минстрой с тем, чтобы все-таки застройщик при подписании акта приема передачи паспорта на прибор учета передавал здесь по Минстрою.